Было важно не просто трактовать 70-е и переложить их в это время, а сделать это более тонко и искусно. Эта коллекция как бы для новых хиппи, для новых детей цветов. Мне легко далась эта коллекция. Я много слушала музыку того времени. Дженни Джоплин, Джимми Моррисон, Дэвид Боу инспирировалась этими людьми, читала про них. Я специально приобрела подборку журналов 70-х, смотрела, как они выглядят, какой был мейк. Прекрасно, феерично, все хочется носить. Уже прямо сейчас не хочется ждать зимы 2014-го. Хочется уже все эти прекрасные богемные платья надеть прямо сейчас и пойти куда-то вдохновлять, творить. Сочетание вот этого 70-го духа, оно было заметно на показе. Мне понравилась вот дубленка мужская с принтом прикольным, с грибочками. Есть какие-то моменты, на которые стоило обратить внимание? Мне прям понравилось. И сегодня это лучший показ, и цвета чудные. Знаете, я так скажу, мне не очень нравятся длинные платья, но у Маши они получились очень сексуальными. Маша молодец. Я сама бы купила с радостью какое-нибудь платьице.